которую вы выбрали и выбираете дальше, это такое, это сложно назвать профессией, это призвание. Каждый из вас может сохранить жизнь. А если ты спас хоть одну жизнь в своей жизни, то ты свою уже прожил не зря. Я еще раз хочу всех поздравить с возвращением Донбасса в Россию. Мы тоже этого очень давно ждали. Здесь очень замечательные ребята и девчонки, и парни, вот, с ними работать и взаимодействовать, это очень большое удовольствие. Сегодня очень знаменательный день, сегодня день рождения регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Луганской народной республики. В зале уже есть, да, ребята, кто состоит в этой организации, кто получил комбинезон и уже гордо их носит. Надеюсь, что скоро все, да, уже будут в этих цветах с отличительными знаками. Поэтому желаю, конечно, развиваться, что называется. Спасибо, что выбрали Луганскую народную республику действительно первым шагом. Вот, я буду поддерживать искренне, приветствую и поздравляю вас с открытием такого замечательного отделения. Действительно, стать спасателем – это дело серьезное. И вы уже это доказали. Вы те люди, которые берут на себя ответственность за свою и за жизнь товарищей. И мне очень приятно достичь того момента, чтобы вступить в Всероссийский студенческий корпус спасателей.